Приветствую вас на моем канале, меня зовут Алексей Журавлев, и я представляю автомобильную компанию «Авторускор» здесь, в Южной Корее. Мы занимаемся отправкой автомобилей без посредников напрямую из Южной Кореи с полной таможенной очисткой, также установкой кнопки «Эроглонасс» и доставкой в железнодорожных контейнерах из Владивостока в ваш город. В этом видео я покажу вам автомобиль Hyundai Grand Starex в комплектации лимузин 2WD. Машина 2017 года. Сейчас обойдем ее вокруг и заглянем в салон. Чаще автомобили в комплектации лимузин черных цветов и очень редко попадаются варианты белого цвета. В конце 2015 года у Grand Starex был рестайлинг, поменялась решетка, форма противотуманных фар, а также, сейчас я вам это покажу, в салоне новая панель приборов. Автомобиль ниже, чем комплектация с полным приводом, на 4,5 сантиметра. На автомобиле литые диски, установлен оригинальный обвес лимузин, пороги лимузин, характерная темно-серая полоса по низу автомобиля независимо от цвета, такая же, как и на Modern Special. Ну и вообще комплектация лимузин и делается на базе Modern Special. Сзади убрано зеркало парковочное, на лимузинах его всегда убирают. И то место, где оно должно стоять, стоят просто заглушки. В машине есть камера заднего вида, задний парктроник. Передний парктроник на Grand Starex не устанавливается. И даже на 2018 году, когда уже машина идет в новой морде, задний парктроник только есть. Комплектация лимузин отличается своеобразным наплывом на крыше, и за счет этого увеличивается расстояние внутри салона на 30 сантиметров. Установлен большой матовый монитор и есть потолочная очень красивая подсветка. В одном из своих видео я уже показывал, как она горит. Здесь уже стоят накладки с повторителями. Есть форточки в боковых дверях, слайдерах. И сейчас откроем салон. Лимузины всегда с бежевым салоном. Он кожаный, с перфорацией. В машине уже установлен монитор. Сейчас мы тоже его включим. Я вам это покажу. Просторный салон. И вот она, высокая крыша. И монитор. Сиденье второго ряда можно развернуть в обратную сторону. Дверь при открывании, как мы видим, заваливается под углом, что обеспечивает более удобную посадку-высадку в автомобиль. Здесь слева у руля кнопка включения противотуманных фар, кнопка Active Eco, регулировка яркости подсветки приборов, антизанос и салонный свет. Стоит мультируль, есть круиз-контроль, управление громкой связью и управление мультимедиа. На двери управление электрозеркалами, стеклоподъемниками, левый стеклоподъемник с автоматическим поднятием и опусканием. И ниже расположена кнопка дистанционного открывания люка заправки топливом. 7-дюймовый монитор. Есть камера заднего вида, она с достаточно хорошим разрешением. И отображаются парковочные линии. Здесь подогрев водительского сидения, вентиляция водительского, управление температурой. Полностью автоматический климат-контроль. Первая кнопка Auto включает его. Выключение. Регулировка потоков воздуха. Включение кондиционера. Циркуляция воздуха внутри салона. Здесь обдув лобового стекла. Кнопка аварийной остановки. И обогрев заднего стекла. Здесь мы регулируем уровень потока воздуха. И здесь регулируем температуру задней части салона, и этой клавишей мы его регулируем.
здесь подогрев правого пассажира переднего и подогрев руля. Здесь выход USB, AUX, пепельница с прикуривателем, два подстаканника и выход 12 вольт. Пятиступенчатый автомат с возможностью ручного переключения. Ручной тормоз справа у водителя, и между сидений расположен двухуровневый бокс для хранения. Два бардачка с 2018 года в комплектации Urban. Этот бардачок исчез дополнительный. В передних дверях, в стойках, установлены высокочастотные динамики. И здесь на панели мы включаем монитор. Здесь есть подсветка. А вообще на этом месте, если эта комплектация не лимузин, здесь футляр для очков. Зеркало с подсветкой. И вот он включился, сам монитор. Здесь управление задней печкой, в потолке воздуховоды. Ремни двухточечные на втором, третьем, четвертых рядах кресел. И уже с 2018 года в комплектации Urban, я ее уже тоже показывал, появились трехточечные ремни безопасности и крепления для детских кресел Isofix. Здесь у пассажиров третьего ряда кресел есть по два подстаканника, слева и справа. Между сидений проход на третий, четвертый ряды кресел, и есть дополнительное откидное место. Откроем багажник. Его объем можно изменять путем перемещения четвертого ряда кресел по продольным салазкам. И если сдвинуть сидения второго, третьего ряда вперед, то можно это расстояние сделать еще больше. Здесь установлена вешалка для одежды, ее можно убирать. Здесь подсветка с логотипом лимузин. На дверях блокировка от открывания дверей детьми. И установлены дополнительные динамики с вставками под карбон. Двигатель 2,5 литра, система впрыска Common Rail, 174 лошадиные силы, но в ПТС будет стоять как 145 лошадиных сил. Несмотря на то, что автомобиль с пробегом, здесь все мы видим в идеальном состоянии. Большой аккумулятор 90 ампер-часов. Да, кто-то часто пишет в комментариях, характеристика от трактор. Но тем не менее, это дизельный двигатель, и он так и должен работать. У автомобиля выкидной ключ с конца 2015 года. Дизайн ключа поменялся. И в комплекте будет два ключа. У машины 4 подушки безопасности, одна в руле, одна в панели у правого переднего пассажира, и подушки безопасности есть в передних сиденьях у водителя и пассажира. Если вы заинтересованы в приобретении корейского автомобиля напрямую из Южной Кореи, как в комплектации лимузин, так и других комплектаций и различных годов выпуска, обращайтесь к нам. Контакты указаны в описании под этим видео, а также на нашем сайте. Благодарю за внимание. С вами был Алексей Журавлев. До новых встреч!